Так, ну что, можно подводить итог по Теке. Вся поездка у нас заняла из Мостара где-то минут 15-20, наверное. В самом Благае мы были 4,5 часа, нас нашли там массу интересных туристических развлечений. День-то наш еще не закончен. У нас впереди следующий пункт нашей большой экскурсии. Мы едем на водопады Кравец. Конечно, мы немножко припозднились, сейчас уже 6 час, и солнце стоит высоко, поэтому мы должны все успеть. Наконец-то мы доехали, потому что это было больше похоже на какой-то дачный поселок, чем на дорогу к водопаду. Все равно, чтобы были водопады, должны быть какие-то холмы. А здесь очень хитро спрятано место, и ты даже не догадаешься, если будешь в окрестностях, что здесь они есть, потому что низина! Офигеть, смотри, как вода льется. Здесь все в таком хитром котле находится, потому что я бы ни за что не подумала, что здесь водопады. Та-да-дам, дошли наконец. 4 евро стоит вход. И, судя по всему, еще надо до него идти. Так, тут написано, что мы можем, а что мы не можем. Например, купаться в водопаде мы не можем. Даже если очень хочется. Держи. Здесь встречаются очень разные люди. Кто-то в сандалях, в юбке, в такой пляжной шляпе. А кто-то прям специально готовился, видно, к поездке, взял с собой трекинговые ботинки, трекинговую одежду спортивную. Дорожка, в принципе, достаточно благоустроенная. Не думаю, что здесь опасно. Но, кстати, так как здесь КПП, я думаю, что в плохую погоду, в дождливую, скорее всего, сюда не пускают, поэтому прежде чем ехать, нужно обзавестись здравым смыслом и информацией. Я смотрю, там поезд для особо ленивых.
Да, обстрелянная все нахрен. В этой части города, наверное, самая жесть была. Вон, попадание какое-то. Мы сейчас выехали из Мостара. Сегодня отличный день, как раз по дороге в Сараево заметили, что на трассах продают три вещи. Первое – это апельсины, второе – это рыба, причем тут форель, я так поняла, ее специально разводят, потому что мы там видели эти рыбные фермы. И третье – продают ягоду. Черешня, клубника. Вот, и сейчас мы в горной местности остановились, потому что, ну, невозможно проехать мимо такой красоты. Вода шикарного цвета, горы вокруг, солнечный день, воздух свеж. Ну, это просто сказка. А еще я заметила такую вещь, что здесь очень много тоннелей через горы. И видно, что над ними особо не трудились, их просто вырыли. Они не укреплены, ничем внутри не обиты, внутри нет ни освещения, ни вентиляторов. Такие, знаете, дикие условия. И когда въезжаешь туда, резко становится темно, и только фары проезжающих мимо машин видно. Особенно водители такие подозрительно странные встречаются, которые въезжают в тоннель и резко скидывают скорость. И ты такой за ними едешь и думаешь, ну что ты делаешь, зачем? Удивительное ощущение единения с природой. Здесь пахнет полевыми цветами, свежий горный воздух, поют птицы, ласточки там мутят какие-то свои мутки. Ты заряжаешься всей этой силой природы. И так классно на душе становится. Думаешь, все тлен, вода и симулякр. Прикормил голубей. Причем, судя по всему, голуби размером с человек, которым набросали хлеба там. В общем, мы приехали в Сараево. И, как обычно, первый день в новом городе он проходит по одному и тому же принципу. Ты дико устаешь от дороги, тебе, в общем, уже ничего не хочется. Если ты совершил одну ошибку, если ты лег
на кровать, закрылся одеялом, все, вылезти оттуда практически невозможно. Вот она как выглядит. Туда, или туда, или туда, или туда. В общем, по ощущениям, мы попали как будто в маленький Стамбул, и непонятно, куда идти. Понятно, что это очень маленький лабиринт, что здесь очень сложно потеряться, но нам это удалось. И, кстати, еще интересный момент. Сегодня обещали 20 градусов и солнечно, и где они? С погодой нам явно не повезло. Какие классные подушки. Ой, тут пахнет лекарствами, как от бабушки. Откуда? А вот отсюда. В общем, самая большая проблема, как всегда, это найти место, где можно хорошо поесть. Прикольно, мне нравится такое, знаешь. Непонятно, когда видишь на обложке меню каймак, сразу хочется сюда заходить. В Мастаре у нас был адский недостаток каймака. Мы так подумали, что если стейкхаус, наверняка здесь все в порядке и с чевапами. Хотя я уже смотрю, мне хочется просто какой-нибудь стейк взять. Я хочу все, я просто хочу есть. Ну, я тоже хочу есть. Это что, в луке, смотри. Долма в луке. Ну да. Первый ну, раз такое вижу. Мне нравится. Так, хорошо. Могу? Обратная ситуация. Обратная ситуация, потому что в Мастере нам давали к чевабам айвар, только айвар. А здесь у нас только каймак. И это очень, очень странно. Нельзя сказать, что фантастика. Просто для человека, который последний раз ел сутки назад, это прям находка, можно сказать. Самое странное, что выходишь из старого города и в какой-то странный колорит попадаешь, точнее его отсутствие. Рухлядь. Да. А, мы приехали. Да, мне кажется, это здание, оно наверняка тоже какое-нибудь административное. У них во всей стране административные здания маркируются испанским стилем. О боже, что с водой? Это что такое вообще? Это что за жесть такая? Как это возможно? Мы только что ехали через страну, и была вода бирюзового цвета, а здесь ужас. Как будто казнь египетская, возвращение. Она в шоке просто. А это что, это глина или что? Или завод красителей взорвался? Такие прям кучки. Рабочие. Leave your toothbrush next to the kitchen sink just to be kind.
You'll be sleeping out on the hallway couch, at least for some time. Я не знаю, всегда так или не всегда, или у них завод кирпичей потек. Но почему все люди идут, как будто ничего не происходит? Ужас, у вас река цвета. Крови. Какой-то, крови. Не знаю, как это ассоциировать, с чем можно. Крови. Была бы тогда бордовая. Но она перемешалась с грязью. С грязью, да. Река цвета кетчупа с майонезом смешана. Или знаешь, или как будто вот там пусть реки ткань моют, как раньше было, после того, как ее покрасили. Дому хана, походу, пришла. Подгорел немного. Что это за Арбат тут у нас? Still hope you would try to fix it. Why can't we stay for the little